сейчас обратимся к поэзии такого сейчас известного и близкого, и больного места на Земле, как Иран, Древняя Персия, 12 век, как они, стихи в переводе Корша, читает Ирина Крейтер. Соловей, обученный нездешним речам. Любовь, бытие, бытие на душе твоей в споре. Любовь — это то, чем себя упраздняешь ты сам. Ты роза, а я соловей, вдохновляемый страстью. И сердце, и песню тебе я одной отдаю. Дали от тебя, я молчу, подчиняюсь несчастью. Лишь после свидания с тобой я вновь завою. Сегодня любовью терзается сердце так больно, что трудно до завтра ему дотянуть. Я сам его под ноги бросил тебе добровольно. Речи излишни, о них только, о нем только можно вздохнуть. В союз наш проникла отрава от глаза дурного. Мы при встрече не можем найти подходящего слова, но оба мы знаем, как тайны мы оба скорбли. Ужасься, убей меня так, если смерти я стою, чтоб жизни истоки в убийце хотел я найти. Вином своих губ и чарующих взоров игрою меня напои. И тогда мои дни прекрати. Оставь этот мир, где сильнейшие к слабым суровы. Из мира печали беги с ликованием в груди. Дал Бог тебе душу, и с нею ты принял оковы. Верни ее року, и с вольным сознанием уйди.